Добрый день, город Альметьевск. У нас очередной монтаж. Лизу П-360 Славой. Приступаем к монтажу. У нас город Альметьевск очень интересный получается. Следом мы еще два здесь монтируем. То есть у нас три монтажа подряд. Это к разговору о том, что сколько роботов можно поставить в одном небольшом городе. Сейчас мы уже здесь монтируем. Ну, через месяц будет смонтировано порядка 5 роботов. Так что эта штука интересная, востребованная. Пока шаттл находится внизу, можно посмотреть, что сверху, потом, потому что ставятся различные короба, чехлы, щитки, и уже не видно. Вот такие вот здесь это двигателя с редукторами, которые приводят в движение сам шаттл. Вот эти вот датчики, которых потом просто так не увидишь. Если не знать об их существовании и не знать, что их, как их правильно регулировать, то нервов, конечно, потратить можно достаточно много. Также интересный момент здесь есть, у Лизы особенно. Вот эти вот регулировочные краны, они подают регулировку количества воздуха на пену. Здесь один, другой. Если про них не знать, не посмотреть, когда шаттл будет наверху, уже будет невозможно их увидеть, соответственно, информации о возможности регулировки не будет.